Погнали на Челябу. Смотрю, пилоты тоже подтягиваются потихонечку. Погодка, конечно, не радует пока что, но надеюсь, что к выходным станет пободрее. Пушки гонки полетели. Уральский десант. Вот Петросян в руле! Господа, мы в Челябинске находимся. В авральном режиме просто, несмотря на непогоду, нарисовали конфиг. Считаю, что в такие сроки, но более прекрасно сделать было невозможно. Да и в принципе все ровненько, по шагомеру. Просто, я думаю, все кайфанут. Смотрите, какие дуги аккуратненько получились. Вау, шау. Сейчас вот это обведется. Смотрите, все ровненько. Вот она, судейская скилука. Ну сколько, за полтора часа накидали сюда? И проехались, и накидали. И проехались, и накидали. Вот такой у нас конфиг получился. Показываю. Следующим сейчас покажу. Огромное спасибо компании «АвтоЕвропа» за чудесный розыгрыш, за классные призы. Все честно, все классно. Всем рекомендую. Так, первый парничек на сегодня. Как раз дождь пошел.